Итак, я только что вернулся домой с работы и увидел это в верхней части нового и трендового в Steam, и это вызывает у меня много эмоций выживших вампиров. Так что я надеюсь, что это может отчасти заменить выживших вампиров, пока я жду обновления этой игры. Но это выглядит довольно круто. Это похоже на игру Gundam Tower Defense, в которой ты защищаешься от всех этих разных типов монстров и выполняешь множество разных миссий. Но хватит болтать. Давай сразу перейдем к игре. О, в игре есть базовый чувак. Радиоактивная воронка появляется после землетрясения 5-го класса, сотрясающего радиоактивную воронку Покио в прямом эфире. О, мать-земля. Черт возьми. Генерал Пол Доберман. Исследуй это место. Время пришло. Собери команду в боевой рубке. Да, сэр. Хорошо, значит, это наша военная карта. Похоже, вот в чем наша миссия. Здесь так много улучшений. Чувак, это дурь. Хорошо, итак, у нас есть 350 очков, увеличивающих скорость генерации щита базы. Ну, на 10% больше. Я чувствую, что стена щитов будет в порядке. Но посмотри также на все эти деньги. Мы могли бы нанять дополнительных парней. Мы любим дополнительных парней. Как мне это купить? Мне, наверное, придется купить эту штуку с катушкой Теслы. Хорошо, давай купим катушку Теслы. Хочу ли я этого? Ну что же, теперь уже слишком поздно. Стреляй. Хорошо, мы возьмем маленьких роботов. Я хочу получить эти деньги в следующий раз, чтобы мы могли просто инвестировать в наше будущее. Чувак. Мехи, больной чувак, очевидно, больше урона, так что мы получим урон и больше боеприпасов. Это звучит круто. Мы также можем модернизировать все наши мехи, так что это должно быть. Это мы. Мы можем выбрать другого персонажа. Капа. Чувак, он мне нравится. Пилота зовут Виктор. У него есть вращающаяся пушка. Это Абраксас, пилотируемый Элизабет. У нее есть гранатомет. О, мы тоже можем обновить все это барахло. Держись. О, интересно, будут ли у нас разные мехи. Мы потратили все наши деньги. Мы теперь бедны. Давай попробуем что-нибудь защитить. Брифинг миссии первого столкновения. Добро пожаловать, командир. Пришло время выйти из тени. Пока мы разговариваем, силы ООН приближаются к туннелю. У совершенно неосведомленных и вооруженных войск нет ни единого шанса, что дает нам прекрасную возможность опробовать новую модель Один. Сейчас же. Нет, оборона готова, но ты можешь использовать стены, чтобы держать врагов на расстоянии. Пришло время зарабатывать свою зарплату. Командир, цель миссии — защитить лагерь генерала. У нас есть эта окраина по Кей-Сити. О, 800 часов. О, это так выглядит. Честно говоря, я люблю пиксельную графику. Мать-земля, чертов солдат. Я хочу, чтобы команда спустилась туда как можно скорее. И это значит, что теперь это за звук. О, боже мой, она вонючая. О-о, посмотри на всех этих маленьких червячков и божьих паучков. О, это так круто. Что? Заряжен, заперт и заряжен. О, хорошо, так ты можешь нам переехать. Нет, мы не можем двигаться. Хорошо. Так что мы просто сидим здесь. Мы собираемся перестрелять всех этих маленьких червей, пытающихся добраться до нашей стены. Мы должны защищать стену любой ценой. Я вижу, что там есть синяя полоса и зеленая полоса. Синяя полоса. Должно быть, это щиты. О, ладно, стены, давай стены. И давай отложим эту штуку с катушкой Теслы. Все в порядке. О, круто. Это сбрасывается с воздуха. Мне это нравится. Все в порядке. Стены держатся. О, я вижу, что на стенах тоже есть щит. Здесь, сзади, у нас будет Тесла, а спереди будут стены. Да, теперь у нас есть большие зеленые, толстые мальчики. Это почему-то напоминает мне личинок муравьев. Ты знаешь, муравьи. Фильм, эта сцена с муравьями и личинками, идущими на войну, показанная в фильме «Муравьи», действительно сбила меня с толку. Как будто на самом деле было немного темно. Главный парень муравей, он весь такой, о, Барбадос. И его просто разрывает на части. Он как будто буквально только что отделился от своего тела. Какой странный фильм. О, подожди, у нас здесь есть кое-что внизу. Что это такое? О, у нас есть ракеты. А нет. Они взрывают нас. Это нехорошо. Все в порядке. Мы послали мальчиков. Я кое-что забыл. Я даже не заметил, как полетела ракета. Надеюсь, теперь у нас все хорошо. Хорошо, катушка Тесла входит в сцепление. Может быть, мне стоит поставить здесь еще одну стену. Похоже, это слабое место в нашей обороне. Эти черви мне кое-что напоминают. О, мы выполнили миссию. 194. Но я получил только одну звезду. Стреляй. Хорошо, так что давай посмотрим на обновление. Один обновляет. Наверное, скорострельность. Черт возьми. Я вроде как хочу получить 3 звезды. Чувак, я не могу позволить этому сидеть там и выставлять меня в плохом свете. Я выгляжу как нуб. О да, скорострельность с увеличенным уроном и все такое. Мы собираемся получить 3 звезды. Без проблем. Я верю в то, что Капа защитит линию и удержит стену. Я думаю, все эти оранжевые монстры в крестике-нолике. Стены держат наготове очень хорошие ракеты. Я думаю, мы подождем, пока не ударим вот так. О, момент, наземные войска.
«Пошли их, приведи этих мальчиков». «О боже, быстрые мальчики». «О, подожди, это те, кто все испортил». «Хорошо, давай запишем это». «Давай действительно обновим эти стены». И мы должны как бы убрать этих лучших парней, потому что у них есть диапазон. Они собираются разрушить всю нашу оборону. Очень хорошо. Наземные войска готовы. Мне на самом деле очень нравится, когда они встряхивают экран, чтобы казаться интенсивными. Хорошо, наземные войска готовы. Мы будем перегружены здесь во вторым, если не будем осторожны. Хорошо, так что вещи Теслы, я думаю, были не очень нужны. Посмотри на это. 3 звезды. Мы защищали все атаки из отверстия. Давай добудем больше золота. Наберем больше очков за исследование. Теперь мы можем как снежный ком перейти к отметке 2, Placid Lake, или что это там такое. Инструктаж по заданию. Благодаря рекомендациям генерала, мы теперь официально заключили контракт с ООН. Финансирование позволит нам расширять нашу деятельность до тех пор, пока мы будем выполнять поставленные задачи. Таинственные существа были замечены приближающимися к городу Пакьё, недалеко от района Спокойного озера. Отложи продажу стен до последнего возможного второго и замени их для большей эффективности. Рекомендуется использовать катушки Теслы. Готовься, командир. Победи Орду Кайдзю. Хорошо, это звучит сложно, но я разберусь с этим. Мой странный мозг ящерицы заблокирован и загружен. Посмотри на всех этих маленьких людей. Беги. Люди бегут. О боже. Ладно, нам, наверное, стоит построить несколько стен. Давай сделаем вот так, прямо здесь. Это кажется довольно хорошим. О боже, как много пауков. Хорошо, так что задержись, подожди. Могу я это продать? Продай эту стену, вставь катушку Теслы. Я не могу себе этого сейчас позволить. Я просто впустил их всех. О, это нехорошо при перезарядке. Перезаряди. Слава богу, что наземные войска все разобрали. Ладно, держи это, братан. Посмотри на его лунную походку. Его не остановить. О, у нас есть большие пауки, теперь раздави их. Не пропускай их. Я не продаю стены. Эта игра сумасшедшая. Я думаю, что собираюсь продать свои стены. Мне это нужно. Мы будем воздерживаться от ракет, пока не увидим, что большие пауки возвращаются. И похоже, они начнут ломать наши стены. Я даже не знаю, во что я стреляю. Я просто такой, без мозгов, стреляющих в пустоту. Просто немного отстраняешься. Хорошо, давай воспользуемся там ракетами. Там много чего есть. О нет, этот почти мертв. Мы можем обновиться. Обнови это. Наземные войска готовы. Еще больше наземных войск. О боже, вот и он. А нет, я уже использовал ракеты, и грядет большое событие. Это именно то, чего я ждал. Я поторопился. Катушки Теслы. Пожалуйста, спаси меня. Катушки Теслы. Подожди. О, мы можем это обновить. Да. Хороший апгрейд. О нет, 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 нет. О, можно было подумать, что это раздавило бы паука. Но этого не произошло. О боже, теперь у нас есть летающие штуки. О нет, 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 нет. Наземные войска, ракеты. Нет. Хорошо, мы получили небольшой урон. Но я думаю, что мы восстановились просто отлично. У-у-у. 1 звезда в день на пляже. Чувак, эта игра напряженная. Только 1 звезда. Я возьму это. Чувак, я обязательно приму это. Давай проведем еще какое-нибудь исследование. Еще 10 плати за каждого завершенного мертвого кайдзю. А потом мы тоже можем схватиться. О, мы ничего не можем захватить. У нас есть немного золота. Мы можем достать ракеты. Не попробовать ли нам получить здесь 3 звезды? Давай попробуем получить 3 звезды. Я думаю, что попытка получить 3 звезды на всех них будет разумной. Потому что просто прыжок с 1 уровня на 2 уровень был огромным. Мы попытаемся сделать это без какого-либо ущерба. Я стреляю ракетами. Хорошо. Давай, давай, давай. Очисти стены. Стены. Очисти стены. Ты уже прорвался. О нет, 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 нет. Не надо, не трогай стены. Не прикасайся к стенам. Оставь мои стены в покое. О, они просто идут дальше. Наземные войска. Вперед, ракеты, вперед, пауки. Пожалуйста, растопи его. Иди в наземные войска. Да, очень хорошие рашеры. Я думаю, что эта штука порождает больше пауков. Вот как это выглядело. Это так. Это испражняет еще больше пауков. О, тогда мы действительно должны сосредоточиться на этом. Я понятия не имел, что эти парни буквально не представляют угрозы. 3-я шутка. О, мальчик, это очень много. Это много оранжевых вещей. Оранжевые твари по отдельности не представляют большой угрозы.
но по численности они являются одними из самых опасных врагов. Просто шучу. Это было захвачено в плен. Хромой. Они глупы. Они ничего не могут сделать. О, большая штука. Большая штука. Надо убить большую тварь. Низовые идут на самом деле, двойная ракета. Раздави их. Почему это не причинило никакого вреда? О боже, они просто будут продолжать плодиться. Пожалуйста, давай, разбей лагерь. Я делаю твою работу. Мы действительно должны сосредоточиться на этих больших парнях. О нет, 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 нет. Обновись, обновись, обновись. Да, это было близко. Обновись. Это обновление, которого я не знаю, летающие штуки. Мы действительно должны убрать большую штуку. Ты продолжаешь замечать все больше и больше. Обнови это. Убей летунов. Модернизируй ракеты. Я не могу справиться с этими чертовыми пауками. Наземные войска готовы. Три звезды, детка. Вот о чем я говорю. Мастер убийства Кайдзю, 533 очка исследования. Черт возьми. Хорошо, давай проверим это. Давай проверим это. Хорошо, мы должны начать миссию с дополнительных 500. Это в некотором роде полезно. Но почему там написано, что у нас всего 283 исследования? О, потому что у нас есть 547 золотых. Хорошо, все в порядке. Игра на самом деле действительно забавная. И она определенно заменит выживших вампиров. Или, по крайней мере, ты знаешь, будь моей промежуточной игрой, пока я жду обновлений «Выжившие вампиры» и «Кольцо Элдена», которые выйдут в конце месяца. Но если тебе интересна игра, я оставлю ссылку на нее в описании ниже. Если тебе понравилось видео, давай, поставь мне лайк. Это мне очень помогает. Давай, нажми на кнопку подписки, если хочешь увидеть больше подобного игрового процесса. И если тебе интересно посмотреть, как я играю в эту игру в прямом эфире на Twitch, продолжай и подписывайся на меня. Twitch TV режет рики слишком сильно. Мне нужно составить новое расписание стримов, но мы определенно это делаем. Пятница, 18 февраля. Что это такое? Да, это звучит правильно. В любом случае, это будет все для меня в этом видео. Посмотрим в следующем. Что бы это ни было, я делаю мир вне.